Друзья, этого и стоило ожидать. Вы, наверное, помните известного российского киноактера Алексея Никульникова. Так вот, сегодня в час ночи бригада скорой помощи забрала его практически в бессознательном состоянии от круглосуточной аптеки, которая находится недалеко от его дома. Сейчас на данный момент родственники актера находятся рядом с ним в больнице. Врачи уже оказали ему медицинскую помощь. По имеющейся информации от родственников, мы узнали, что ночью у актера разболелась голова, и он решил выйти в аптеку за таблетками. В итоге он не дошел до аптеки, ему стало плохо, и он практически потерял сознание. Прохожие узнали в нем актера и вызвали бригаду скорой помощи. Через несколько дней актер будет уже дома, говорит врач, который принимает участие в лечении актера. Мы будем надеяться, друзья, на то, что мы сможем побывать в гостях у Алексея Никульникова и взять у него небольшое интервью. Следите за нашим каналом, смотрите наши новости, друзья, и до скорых встреч. Мы вас ждем каждое утро.